в большинстве своем из сил оппозиционных. Скажите, пожалуйста, очень много сейчас, к сожалению, вот мы слышим информацию там из Крыма, из востока страны, какие-то сепаратистские настроения звучат, слава богу, их удается вовремя пресекать. Как важно сейчас вот объединить страну, что может быть сейчас, что может снять напряжение в обществе и погасить вот эти вот... Хочу обратить внимание всех. Встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос...